Много неожиданный итог вели в счете 3-1. Чего не хватило, на ваш взгляд? Ну, вот были моменты, которые как бы решающие, там, считаем, да. При счете 3-3 у нас были выходы, но не забили, как-то отнеслись к этим моментам. И хоккейный бог, так сказать, перевернулся. Начали удаляться, и ненужных удалений заработали очень много. Все. По статистике сегодня не уступали сопернику. Можно ли сказать, что где-то не хватило везения? Ну, это может, ну, можно сказать, не везение, да? Ну, выигрывает тот, кто, наверное, больше хочет. Это. Завтра второе противостояние с Тайфуном. В чем будем добавлять? Ну, в борьбе желание не проигрывать один в один и не упускать своих моментов голевых. Всем. Спасибо, желаем успехов.